Всем привет! Вы на канале Игрушки и Братья. А куда ты собрался? В школу. Еще темно на улице? Да. Ну, пошли. Ну что, идем? Выгоняй Егора. Мы тут побежали в раздевалку. В школе шумно. Беги в раздевалку. Беги. Беги. Это наша раздевалка. Ну что, дурак, вы сюда пихали. Давай, все. Это не дурак. Наш Арсений переодевается в соседней раздевалке первого класса. А ты не видел? Это Егор. Трогайся. Пока наши мальчишки переодеваются, мы их молча поснимаем. Ну, доставай. Вот так. Сменная обувь в рюкзаке. А мы уже одну ногу сняли. Обувь. Так, туфли. Ну, давай, Арсюш. Дед Мороз ночью приходил. Сень, ты ничего не заметил? Что тут произошло? Пришел Дед Мороз и украсил весь класс. Детишки в восторге. Вот это сюрприз Деда Мороза. А вот он сидит на шаре сухой. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три. Четвертый папа. И девочка Саша. Готовится. Твоя стёрочка, которая попадалась в «Звёзды войны». Старый год. Ну что, будешь заниматься? Да. Как тебе понравилось? Да. Красиво Дед Мороз вас украсит. Пошли глянем там, что там у вас такое. Пойдем посмотрим. Какая у вас ёлочка красивая. Ты посмотри, к вам Дед Мороз пришел, снеговичок. Видишь? Ты посмотри, как красиво все у нас, Арсюха. И доска светится. Вы как в сказке. Ну все, завели Арсюшу в школу. Так что смотрите на канале Игрушки и Братья. Ну а теперь пока-пока.